Пойду вам покажу маме список, и она поможет мне все успеть. Я тут составила небольшой списочек, чем я хотела заняться. А ну-ка, дай посмотрю. Амелия, что это? Так, вот это вот я делаю на прогулку. Эту в школу. Эту, наверное, одену, чтобы с подружками играть. Мам, ты зачем это достала? Как это зачем? На улице уже холодает. Пора доставать теплые вещи. А с этими вещами что? Я хочу их надеть. Для этих вещей уже холодно. Мы их уберем, пока не станет тепло. Как это уже холодает? Смотри, на улице тепло и солнышко. Ну да, и правда тепло. Но это пока. Совсем скоро уже будут морозы, а может даже и снег. Как слегка морозы? Как я буду играть на уличке, на площадке? Амель, ты чего? Ты же любишь зиму и снег. Ты чего расстраиваешься? Погода постоянно меняется, и скоро опять будет тепло. Я знаю, но мне кажется, что я много всего еще не сделала. О, смотри, я передаю, что еще несколько дней будет тепло. Так что ты можешь заняться тем, чем хочешь. Правда, это очень хорошо. Только я еще не совсем знаю, чем именно хочу заняться. А ты составь список, и тогда мы сможем легко все сделать по порядку. Точно, ты права. Готова, покажу маме список, и она поможет мне все успеть. Я тут составила небольшой списочек, чем я хотела заняться. А ну-ка, дай посмотрю. Амелия, что это? Ты же сказала небольшой. Как что? Это список дел, которые я хочу заняться, пока тепло. Да это даже за все лето не переделать. Амель, мы не успеем. Ну вот, я ничего не успею. И теплые деньки пройдут зря. Ну ладно, не расстраивайся. Некоторые дела мы еще успеем сделать. А какие? Давай ты хорошо подумаешь, что бы ты хотела больше всего сделать из этого списка. Сложно выбрать что-то одно. Давай я тебе помогу. Вот, например, погулять в парке с папой и с мамой. Это мы точно сможем сделать. Да, я согласна. О, вот еще. Собрать листики для гербария. Значит, мы идем гулять? Ура! Да, можно и прогуляться, и листики собрать. Можно еще пару дел сделать. Так, вот, покататься на велосипеде, покататься на роликах и покататься на самокате. Ура, мы пойдем кататься на роликах, на самокате и на велосипеде. А может, ты выберешь что-то одно? Как я могу выбрать? Я хочу кататься на всем. Мама, пожалуйста, мы должны успеть покататься на роликах, на самокате и на велосипеде. Ладно, уговорила. Берем с собой все. Беги, собирайся. Папа, собирайся, мы идем на прогулку в парк. На прогулку? Ура! Я люблю гулять. Ну что, ты собралась? Папа нас уже ждет. Пойдем скорее. Пойдем. Ну что, Амелька, поехали? Да, поехали. Поехали. Что, Амелька, вот мы и приехали. На чем хочешь первым покататься? На велосипеде.
что с ним? Пойдем посмотрим. Пойдем. Да, в велосипедах я совсем не разбираюсь. Давай позовем папу. Давай. Папа! Папа! Давай. Амелька, катание закончилось. Велосипед нужно чинить. Не переживай, Амелька. Папа быстро починит твой велосипед. Что, правда? Ну, конечно. А пока давай покатаемся на чем-нибудь другом. Я чуть не забыла, что можно еще покататься на роликах. Давай, мам, доставай. Пойдем. Перекусим мороженого. Амель, хоть на улице и хорошая погода, но мороженое предлагаю поесть дома. А сейчас мы можем попить чай. Какой вкусный чай. Для этой погоды то, что надо. Вкусный и теплый. Ну что, ты допила свой чай? Да, а что? Сегодня ты еще кое-что планировала. Ты не забыла? Мам, я же забыла на самокате покататься. Вон. А ты еще не устала? Немного устала. Но я хочу покататься на самокате, потому что скоро выпадет из снег, и я тогда точно не покатаюсь. Ну хорошо, катайся. Амелька, а можно и мне покататься на самокате? Нет, это же детский самокат, а ты тяжелый. Ну и ладно. Я потом еще пару листиков соберу до гербария. Ой, Амелька, нам уже пора домой. Уже. Амель, сейчас уже темнеет раньше, поэтому пора возвращаться. Ну, поехали? Поехали. Ну что, Амелька, тебе понравилась наша прогулка? Ты, главное, не расстраивайся из-за велосипеда. Папа его уже починил.
ты так уже докаталась, что совсем уже и не расстраиваюсь. Так, теперь давай засушим листики, которые мы собрали. Для этого нужно их положить в книгу. Так, один. Закрываем. Второй. А когда листики засушатся, мы сделаем из них красивую аппликацию или гербарий. Ну, конечно, сделаем. Мне так понравился этот день, даже несмотря, что велосипед сломался. Ребята, а как вы провели последние теплые деньки в этом году? Напишите в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. А пока-пока!